Детский сад в селе Тельвиска открыл сезон заболеваний ОРВИ в Ненецком округе. Дошкольное образовательное учреждение в минувший понедельник закрыли на карантин. Не успев открыться после проведенного летом ремонта, детский сад в селе Тельвиска, его посещает 48 воспитанников, 7 сентября закрыт на карантин. Это первая ласточка в осенне-зимнем сезоне заболеваний ОРВИ. На фоне пандемии COVID-19 с началом учебного года к вспышкам заболеваний острыми респираторными заболеваниями в округе относятся более чем серьезно. Вплоть до вынесения вопроса о каждой конкретной ситуации на оперативное совещание при главе региона. Самое главное, коллеги, не пропустить ковид. Очень важно. Если это сопли обычные, то мы с вами все родители и понимаем, там ничего страшного. Пройдут и все. Ну, не дай бог, это что-то другое, и мы просто пропустим эту историю. Временно исполняющий главы региона дал соответствующее поручение Департаменту здравоохранения проанализировать эпидемиологическую ситуацию в Тельвисочном детском саду и держать на контроле каждое образовательное учреждение в округе на предмет заболеваемости. Что касается текущей ситуации по COVID-19, то за последние сутки в округе выявлен еще один случай заболевания коронавирусной инфекцией. Житель Наринмара заразился через семейный контакт с ранее выявленным пациентом. При этом все соблюдали карантин. В настоящее время на амбулаторном лечении в округе находится 17 человек. 14 из них – это жители Ненецкого автономного округа. Заболевание у них протекает в легкой форме. Тем временем в регионе стартовала прививочная кампания против гриппа. Взрослое население может пройти вакцинирование во взрослой поликлинике окружной больницы ежедневно. Также будут выезды в организации к декретированному контингенту. Это медицинским работникам, это работникам социальной сферы, транспорта, образования. Что касается детей, то школьники и воспитанники детских садов будут прививаться от гриппа целенаправленно в образовательных учреждениях. Для остальных организована запись в детской поликлинике. Специально будет создана запись, чтобы нигде не пересекалось и не было скученности населения. И в соответственном процедурном, специально оборудованном кабинете, изолированном, еще раз повторяю, будет проводиться специальная инактивированная, то есть если все боятся живых вакцин, то в данном случае это не живая вакцина, совий грипп. Анастасия Максимова, Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».